Виноград Relina Spink Seedlings. Виноградарство в нашей стране на пике популярности. Благодаря селекционерам эту культуру сегодня можно выращивать в средней полосе и на Урале. Виноград Relina Spink Seedlings может переносить морозы до минус 34 градусов, вместе с тем его ягоды очень вкусные и ароматные. История создания сорта. Данный виноград был выведен путем скрещивания двух сортов Ontario и Suffolk Red. В 1964 году работники Арканзасского университета поставили цель получить морозоустойчивый сорт винограда без косточек. В 1968 году молодые саженцы винограда Relina были высажены на экспериментальных участках Северной Каролины, Огайо, Техаса и других штатах. Важно! Испытания сорта проходили в течение 8 лет. Виноградники сохранились даже в Висконсине, где температура в зимние месяцы опускалась до минус 34 градусов. В результате виноград РПС аббревиатура Relina Spink Seedlings получил высокую дегустационную отметку 7,4 балла. А вкусовые качества высушенных ягод кишмиш были оценены в 7,6 балла. Виноград Relina Spink Seedlings виноград РПС описание сорта. Сорт раннего срока созревания, сбор урожая проводится через 110-115 дней после цветения. Высокий класс урожайности до 85%. Растение мощное, раскидистое, молоденькие листья светло-зеленого цвета, ближе к основанию у лозы темно-зеленого оттенка. Виноград Pink Seedlings относится к бескосточковым разновидностям, тип стеносперма карпи. Гроздь конической формы, в спелости весит до 300 грамм. Ягоды круглые, при созревании становятся розовыми. Средний вес виноградин 2,7 грамма. Кожица на ягодах тонкая, легко съедаемая. Виноградари отметили сладкий вкус ягод, даже когда созревание приходилось на облачную и дождливую погоду. Содержание сахара 22-24%. Факт. Вкус винограда Relina напоминает землянику или всем известные конфеты «Дюшес». Основная полезная характеристика – этот сортовой виноград устойчив к мелдью, айдиуму и черной гнили. Урожай используют для еды в свежем виде, сушки и приготовления виноградного сока. Теперь, когда известно подробное описание сорта, можно рассмотреть вопрос, как его лучше посадить и выращивать. Агротехника. В Подмосковье средней полосе саженцы Relina Spink Seedlings хорошо принимаются как осенью, так и весной. Посадку саженцев винограда с октября по ноябрь проводят за 2 недели до наступления морозов, если высадку планируют на весну, то проводят с апреля по май. Саженцы под агроспаном. При этом высаженные саженцы прикрывают агроспаном или другим защитным материалом, поскольку возможны возвратные заморозки. Участок для винограда выбирают открытый, солнечный, защищенный от ветров. Место не должно уходить под воду в результате весеннего паводка или в результате длительных осадков. Сажать виноград можно в песчаную, супесчаную, глинистую или суглинистую почву. Перед посадкой саженца помещают в очищенную воду. Вымачивание длится в течение 12-24 часов. Далее обрезают все поврежденные или засохшие корни. Ямы для высадки растений копают размерами 1 на 1 на 1 метр. На дно в углубление раскладывают битый кирпич или керамзит слоем до 30 сантиметров. Эта мера защитит корни винограда в случае близкого пролегания грунтовых вод. Саженцы поливают и прикрывают почву небольшим слоем мульчи. Осенью побеги первого года обрезают, оставляя по 2-3 глазка. На второй год осенью выросшие побеги из оставленных глазков обрезают вновь, оставляя по 2-3 глазка на каждом. Рядом с растущей лозой обязательно устанавливают крепкую опору. Важно! В условиях российского климата, за исключением южных регионов, специалисты рекомендуют этот сорт винограда на зиму укрывать. Как и другие растения, виноград нуждается в подкормке и поливе. Эти процедуры проводят до окончания весенней вегетации, то есть до первых чисел июля. Полив винограда – преимущества и недостатки. Положительные качества сорта – высокая урожайность, сладкий десертный вкус, не боится морозов, стойк к распространенным заболеваниям. Раннего срока созревания. Минусы сорта: ягоды трескаются при затяжных дождях, плохо растет в известковых почвах. Саженцы данного сорта винограда можно приобрести в специализированных питомниках или интернет-магазинах. А ознакомившись с правилами посадки, на своем участке без проблем получится вырастить вкусный виноград.